Спасибо. Всем привет, ребята, и вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Сегодня мы хотели для вас снять совсем другое видео, но планы поменялись. Сегодня я заболела, так что буду находиться 24 часа в кровати. У меня болит горло, я кашляю, и у меня сильная слабость. Вот так вот получилось, как раз лето, и я заболела. Поэтому я сейчас покушаю, и мне надо выпить лекарство. Ребята, всем привет! Я сейчас буду делать завтрак в Маргарите. Я хочу сделать фруктовый салатик. Так, сейчас я нарежу бананчик. Еще порежем туда дыньку. Заправляем йогуртом. И полезный салатик готов. Вот я делаю чай. Спасибо. Ну что, я уже доела мой салат и теперь пью чай с малиной. Обожаю чай с малинкой. Сейчас я попью чай и потом лекарство. Кстати, ребят, сегодня заблокировали мою страничку в Инстаграм. И мы открыли новую, так на всякий случай, если не получится разблокировать старую. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Может быть, получится разблокировать, а может быть и нет. Сейчас пришло время пить лекарство. Это у меня от кашля, а это от гриппа или температуры. Сначала я выпью от гриппа. А вот это вот не очень вкусно. Теперь лежать. Спасибо. Я что, сегодня целый день в постели буду кушать? Так, что мне принесли на обед? Сосисечки и макароны. Вот так вот целый день. С одной стороны, хорошо, что ты болеешь, потому что тебе приносят все. Ты лежишь в кровати, делаешь что хочешь, то есть отдыхаешь, смотришь телефон. А с другой стороны, это очень надоедает, больно и очень скучно. Особенно, когда это лето. Не можешь даже выйти на улицу. Ну что, ребят, пришло время делать ингаляцию, чего я тоже не люблю. Ребят, напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, когда болеете. Вот я целый день лежу в кровати. Здесь мне будут писать, что мне нарисовать, а другие должны узнать. Ой, смайлик. Ой. Ей, смайлик. Я бабочку рисую. Бабочка. Или вертолет. Вертолет. Ой, щетки-палки это. Да, вертолет. Как они угадали? Клубника. Не, время вышло. А если они... Ну как? А если они не угадали, то тогда мне надо все стирать и заново рисовать, как чтобы они... Так, воздушный шар. Так вот. Корзиночка. Да, теперь я хочу разукрашивать. Так,
клеточка. Хорошо, когда болеешь, можешь сидеть в планшете, в телефоне, сколько хочешь, потому что больше делать-то нечего. Можно еще со слаймом поиграть или новый сделать. Мне уже надоело рисовать. Решила я снять видео в лайк. Я уже выбрала песенку. Теперь ставлю планшет. Так, загружаем. Я напишу «Мне уже лучше». Все, нажимаем на кнопочку. Раз, два, три. Все, я его выложила. Кстати, ребят, если вы еще не подписаны на наш лайк, то скорее подписывайтесь, ссылка в описании. Мы вчера снимали так много видео, так что посмотрите их обязательно. Это очень круто. Не знаю, чем мне еще заняться. Время уже спать, но совсем не хочется. А, я же еще со слаймом не играла. Сейчас принесу все мои любимые слаймы. Вот он, мой любимый слайм. Это текстура джем. Я ее просто обожаю. Это с Jelly Buff. И она просто божественно пахнет. Этот слайм, с которым мы можем играть. А другие мы продаем. Кстати, если вы еще не были в нашем магазине слаймов, то ссылка в описании. И на наш магазин одежды тоже в описании. Так, а это наш новенький слаймик. Пенопластовые шарики и фунтикс. Он очень круто хрустит и тянется. Ну что, ребят, мне уже скоро собираться спать. И сейчас я этой штучкой подышу. Мне надо сделаю еще раз ингаляцию. И тогда можно спокойно спать. Убираем слайм. Не хочу. Давай. Так весело. И еще этот пар такой соленый. Пар не очень приятный. Я сейчас выпью лекарство и буду ложиться спать. Мне уже немножко лучше. Надеюсь, что завтра со мной все хорошо будет. Я уже не буду 24 часа проводить в кровати. Фу. Ставь лайк, если ты тоже не любишь пить лекарства. Еще один сиропчик. Этот сироп очень вкусный. Ну что, ребят, на сегодня мой день уже заканчивается. Спасибо, что вы мне желаете побыстрее выздороветь. Ну а я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И если вы тоже желаете для меня здоровья, то тоже ставьте лайки. И на сегодня все. Всем пока. Я буду спать. И не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны. Всем пока.